Здравствуйте, я Хуан Хесус, владелец винодел Бодегас Ладрон де Гевара. Приступаем к дегустации белого вина сорта Вьюра, местного винограда из Риохи. 95% виноградников для белых вин в Риохи занимает сорт Вьюра. Первое, что мы слышим, это звонкий звук при наливании. В белых винах, благодаря невысокому содержанию спирта, звук обычно звонче, чем у вин с высоким содержанием спирта. Зеленоватый оттенок этого вина говорит о его молодости. Единственное, что указывает, что вину уже один год, это золотистая кромка. Чтобы ощутить аромат, покрутите вино в бокале против часовой стрелки. Вы ощутите молодую ароматную средиземноморскую свежесть. Тропические фрукты, персик, цитрусовые оттенки, ананас и грейпфрут. Вкус мягкий, сладковатый, но ощутима кислотность, что является весьма привлекательным контрастом. Очень средиземноморская, очень приятная, освежающая. Хочется делать еще один глоток. Продолжительное, привлекательное послевкусие, которое поощряет вас продолжать наслаждаться вином. Посоветуем сочетание с макаронными блюдами, с овощами и рыбой. Рекомендуемая температура 8-10 градусов. На здоровье!